Это не самолет. И не ракета, даже не огнемет от Илона Маска. Это всего лишь точка доступа, но как мало надо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортной. Достаточно пары точек доступа HPE OC20 с двумя радиомодулями, которые способны не только украсить ваш дом и офис, но и уладить все вопросы, связанные с качеством интернет-соединения. Итак, традиционно начинаем с дизайна. Он тут действительно на очень высоком уровне. Точка доступа маленькая и невесомая. Лицевая часть выполнена из очень приятного глянцевого пластика. Дополняет всю эту картину шикарный вес устройства. Конечно, вы вряд ли будете постоянно трогать ее руками, поглаживать и наслаждаться качеством материалов, но все-таки приятно понимать, что вы сумели взять Mercedes-Benz в мире беспроводных устройств для малого бизнеса. Ладно, давайте пойдем чуть дальше. Порт Ethernet, вход для зарядки, кнопка перезагрузки и спрятанный за заглушкой вход для подключения консоли. По сути, практически все, что мы видели на задней части вашего малыша. Стоит отметить, весь этот минимализм — это отнюдь не дань моде, а скорее внимание к деталям. Именно эта часть является одним из важнейших аспектов по работе с устройством. И тут мы упираемся в приложение. Казалось бы, это самая сложная часть. Каждый из нас знает, что настройка подобного типа устройств — это минимум 2, а то и 3 часа из жизни, потраченных в никуда. Но только не тут. Максимально простое и логичное приложение для вашего смартфона или планшета поможет вам без труда настроить данное устройство. Вам вообще не потребуется никаких специальных навыков, все просто до смешного. Даже моя жена смогла справиться с настройкой. Что уж говорить о людях, которые подобные продукты покупают. Я так и вижу, как в вашем модном барбершопе, крафтовой пивной или кофешопе нужно настроить качественный беспроводной интернет для персонала и качественную связь для гостей. И начинаются вот эти пляски с бубном по настройки. С OC20 от HPE таких проблем у вас не будет. У вас вообще проблем не будет. Вы можете покрыть им как маленькое помещение, так и достаточно большой офис, дабы в один кластер без проблем умещалось до 8 точек доступа. И все это с максимально простым интерфейсом. Вы хотите что-то еще? Да пожалуйста, добавим сюда интеллектуальное ПО Smart Air, которое оптимизирует эффективность и зону покрытия беспроводной сети и автоматически подключается к самой быстрой точке доступа. Конечно, у вас не возникнет никаких проблем с удаленным обслуживанием сети. Будучи администратором подобного ресурса, вы без проблем можете отдыхать, например, дома или на Бали, и не отходя далеко от своего смартфона, отслеживать состояние сети и устранять неполадки. Как вишенкой на торте тут выступает защита беспроводного трафика с помощью расширенного шифрования и VPA2. Что же в итоге? Красивый, недорогой, эффективный, а главное удобный. И все это в небольшой тарелочке HPE OC20. Стоит ли покупать? Решать только вам. Лично мне кажется, что для малого и среднего бизнеса это лучшее решение на рынке в соотношении цена-качество. Кстати, друзья, эта точка доступа может стать вашей. Для того, чтобы ее выиграть, достаточно оставить небольшой стих о ней в комментариях под этим видео. 15 марта мы подведем итоги и выберем понравившийся вариант.